Привет, ребята! Вы нагнали Горкод, а перед началом видео подписывайся и нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ребятушки, наконец-то я купил себе новый телефон, и качество видео стало намного лучше. Но сегодня видео не про это. Сегодня я хочу сравнить Салли Крем Салли и Привет Сосед и посмотреть, кто же из них победит. Мы вызовем Привет Соседа Салли Крем Салли. Мы им позвоним, если они нам ответят, придут. И посмотрим, и будем за ними наблюдать, что же они будут делать, пока мы будем за ними следить. И, возможно, они враждуют, потому что я на ютубе слышал вообще у многих блогеров, что они говорили, то что на самом деле Салли Крем Салли и Привет Сосед враги. И я совершенно не знаю почему, это же вроде разные персонажи из разных тематик. Но, в общем, давайте приступать! Звонить я буду со старого телефона, потому что на этот я снимаю. И, ребята, видео про мой новый телефон будет на канале Мурзики Тюб, мой второй тип-канал. Ссылочка будет в описании, и где-то в подсказках будет видео или канал. Поэтому не забывайте, конечно же, подписываться на него, там ставить лайки, колокольчики, все как обычно. Вы, мои ребята, все уже знаете. Обязательно. Сейчас я позвоню ребятушке Салли Крем Салли. Ребятушки, короче, прошло уже где-то 20 минут, еще никто не пришел, но я, кажется, слышал звук двери. Ребята, я не знаю, на камере это слышно или нет. Я просто, вот, качество просто суперское, я так рад. Пойдемте их встретим и посмотрим. Я думаю, они сразу заподозрят что-то не то, потому что увидят, возможно, врага своего, то есть Салли Крем Салли против Привет Сосед. Ребятушки, в общем, я, короче, слышал какой-то страшный звук, типа вот этого. И мне стало немножко страхово, поэтому я пока туда не буду идти, потому что вдруг что будет. Ребятушки, прошло уже больше получаса, и просто все, звук прекратился, дверь хлопнула. В общем, ребята, я сейчас попробую позвонить Салли Крем Салли, посмотреть, что было, и спросить у него. Так. Алло, Салли Крем Салли, что было? Ты чего ни ко мне не дошел? Почему ты не зашел ко мне? Ты встретил Привет Соседа? Да? И чего? Ты сейчас не шутишь? Как ты? Зачем? Ты видел мое видео? Блин. Это, конечно, неплохо, но вдруг ты поступил неправильно. Может быть, он исправился. Лунтик же исправился, и все стало нормально. Что натворил Салли Крем Салли? Это просто капец. Короче, ладно, да, иди пока домой, если что, я тебе позвоню. Я просто в шоке, как такое могло быть, ребят? Зачем он это сделал? Оказывается, наверное, они точно были врагами. Если он, Салли Крем Салли, видел мое видео про Привет Соседа, и он меня хотел защитить. Поэтому пишите в комментариях или где-то здесь в вопросе, правильно ли поступил Салли Крем Салли, что убил Привет Соседа и помог мне. Или же надо было немножко подождать, и, возможно, Привет Сосед исправился. Голосуйте. А с вами был я, Егор Кот. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и ставьте пальчик вверх. С вами был я, Егор Кот. Всем до новых встреч. Пока-пока.